Fight, never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way, to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short. So I wanna live real, but how's it supposed to feel? Должен стоять, а он стоит вот так. И он вот нажимает, а там нервы. Вот это выходит и получается крыжа. Я не знаю, я скоро Sorry. But your madness, it kept on. Should have seen it all along. Stand up for you, 'cause I did. Зачем? Так, ну, где с тобой? В скайпарке. В скайпарке. Пришли проверить себя. Колени трясутся. Дизайн тоже сделали здесь, да? Какая красота, Вать. Вот это вид. Елена Васильевна. Вот там будем обедать. Там солнце. Я, пожалуй, даже аппетит пропадает. Какой-то музей. Вать, это музей, мы туда идем? Ну, туда. Да. И, да, потому что когда ты вот... Ой, это что такое интересное?
Здесь хорошо, прохладно. Пойдемте, не бойтесь. Это вот, смотрите, твердая дорога. Вы в Китае были, а здесь? В Китае. О, смотрите, какая красота. Да не бойтесь вы. Держитесь. Пойдем? Вон прыгает парень, поднимает его. Где он? Вон, это девка дальше сиганет. Я мечтала раньше прыгнуть, сейчас а уже вон все. Кто-то на чем-то поехал. Как он вот так вот. Вон там кто-то сидит посреди. Телефон самый главный, туда не шарахнуть и все. Пойдем. Так, я перебарываю свой страх. Я это делаю. У-у-у.
Оля, прикольно? Идем, Ань, фоткаемся. Давай. А можно вас попросить, да, сфотографируйте, а потом мы вас... Что, вы будете пользоваться этими услугами, помимо моста? Вот расскажите людям. Нет. Почему? Для этого уже. Нет, а говорят, можно до 80 и вес до 127, чтобы было. Не сегодня. Ну так, да. Лучше, о чем мы думаем? О чем вы думаете? О чем? Господи, спаси и сохрани. Тут даже страшнее сетки сделали. Это специально, чтобы телефон не уронить. Да, здесь вещи, дорога. И ветер, чтобы сильно не обдувал, чтобы шляпка не слетела, чтобы можно было поймать. Я, правда, записала я себя. Надо было палку взять, которую дети подарили. Но я еще не научилась ей пользоваться. Не страшно. Такой мост не страшно. Пойдем до конца? Нет. Скрипит. Господи, а страшно, как скрипит-то. Мать, ну не прыгай, скрипит. Все хорошо. Не страшно. Шанти. Прям до земли практически. Пойдем. Какой кошмар. Ой, как страшно. Мы пойдем туда до конца? Пойдем, Ваня. Чем больше я стою, тем мне становится страшнее, потому что ощущаешь, как шатается мост. А когда ты идешь в быстром темпе, ну, ты менее это ощущаешь. Ну, страшно. Все равно страшно. Главное, телефон при себе держать. Если вдруг мост все же ломается, надо крепче держать телефон, чтобы можно было позвонить маме. Thank you.
торопитесь. Давайте. Ой, тут еще больше шатает. Пойдь, ты за мной? Либо за боковые стропы. Вот, за боковые можно? Да нормально, там не такая большая скорость, да? Да. Погнали? Спасибо. Че, как вообще дорога? Ништяк. Кто не останавливал? Нет. Давай ногами на пол становись. Вот, голову назад. Назад. За перекладину. За в другую сторону. А, в эту? Да. Одну ножку поднимай. Раз. Два. Ну как, дорогое ощущение? Ну нормально. Давай присядем на секундочку. Не так прям страшно. Не, да? Вообще не страшно. Единственное, когда летишь, тормоз вот этот вот, я вообще не понимала, как она, эта штука, остановится. Я понимала, что скорость не снижается. И ты летишь резко, получается, чуть ли не вот так останавливаешься. Сейчас вот другие прилетят, я запишу. А, они обратно отправляют? Ты видел, как туи растут? Вот, заборы как делают. Тебе понравилось, Вадь? Да. Еще пойдем? Нет. Почему? Да. Ну что, не жалко? Да,
смотрите, какие. Угу. Рога. А? Рога. Здесь такие, здесь такие. Видишь, бетонный стилевать, как в моде. Это, конечно, снизу было страшно. А может, я тебе покажу, скажу, вот, куда ты хотела. Ой, ничего не нужно. Какая нам Европа, да? Нам и тут хорошо. И тут напугает так, что... С лёдом. Апельсин. Наконец-то можно снять стресс. Давай, Вась. Прошит меня холодный пот до косточки. И давай сильно. Чуть вперед. У меня руки до сих пор трясутся. Дает сладость, микрозелень дает горечь и сама кислота за счет. Самые сочные томаты сначала замораживаются, чтобы дать полупрозрачный сок лучше. Это суп? Да, это аперитивный, освежающий, он холодный. По насыщенности заменяет отлично для меня целый гаспачо. Так, попробуйте. Спасибо. А когда же томат? Туда его вот вольют? Он. Нет, а вольют когда? А, уже ты вольют? Думаешь, красный он должен? Я думаю, красный должен быть. Ну-ка. Такая ферментированная, знаешь, утка. Консервированные помидоры в банке, да? Ну, не консервированные. Да. Ну, вкусно. Ну, сфотографируй. А у вас что, уточка с ризотто, да? Угу. Чай какой, смотрите, в банку. Я думал, а что это? Чай? Лесная тушенка из тех, кто долетел до земли. А это что такое? Да. Мармелад. Мед. Ой, какая машина, боже мой. А? Посмотрите, какая машина стоит. А, да. Какая наша-то? Вот там, по-моему, Toyota. Номер. Вот первая, по-моему, парковка наша. Мы перешли. Внизу. Внизу, Вась. Ниже парковка. Мы просто перешли дорогу, а она вон там машина стоит. Да.